Сегодня же Владимир Путин прибыл в Новороссийск. Главной целью визита стало обсуждение будущего местного порта, одного из крупнейших в акватории Черного моря. Кроме экономических, он будет решать и военные задачи. Вскоре в порту появится база подводных лодок с крылатыми ракетами большой дальности. Владимир Кобяков подробнее. Пункт базирования Черноморского флота в Новороссийске достроят на 4 года раньше, чем планировали. Уже готовы 5 причалов, и сейчас в Семецкой бухте возводят мол, который будет и защитным сооружением, например, от шторма, и местом для швартовки. Рассчитывают, что всего здесь смогут разместить около 100 судов и боевых кораблей. Кроме того, в Новороссийске будет место и для подводных лодок. К 2020 году на юге их должно появиться 7. Об этом президенту доложил командующий Черноморским флотом. Подводные лодки, которые здесь будут базироваться, имеют крылатые ракеты большой дальности. И скрытный выход подводных лодок из пункта базирования Новороссийска порядок выше, чем из Севастополя. Дальность какая? Более 1500 километров. Строительство пункта базирования ВМФ сейчас идет полным ходом. Вместе с этим в Новороссийске работают и над проектом по развитию грузового порта. Владимир Путин на совещании отметил, что после вхождения Крыма в состав России надо скорректировать некоторые транспортные программы и учитывать возможности железной дороги подвозить и увозить грузы. Из Тамани президенту рассказали, что в строительство местного порта уже вложили 50 миллиардов рублей. Впереди инвестиции в размере еще 150 миллиардов. И через 6 лет Тамань может оказаться на втором месте по грузообороту в регионе. Говорили здесь и о перспективах крымских портов. Мы должны учитывать в том числе и вероятность применения санкций в сегодняшний период, поскольку такая вероятность, к сожалению, существует, и это снижает инвестиционный интерес в настоящее время к портам Крымского полуострова. Не нужно подвергать их опасности каким-то неправым действиям со стороны наших партнеров. Мы легко впишем это в нашу инфраструктуру и в наше судостроение и судоремонт. И загрузим целиком. Из Новороссийска Владимир Путин вышел на связь с Камчаткой и снова вернулся к теме обороны. Президент поднялся на борт противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Отсюда, по телемосту, он попросил доложить о результатах крупномасштабных учений «Восток-2014». В целом учения проводятся в соответствии с замыслом. Уже сейчас можно сделать предварительные выводы. За счет поставок войска современного вооружения и военной техники повысились огневые и ударные и маневренные возможности соединений и воинских частей. Учения на Дальнем Востоке стартовали 19 сентября и продлятся еще несколько дней. В них задействовано 155 тысяч человек. На завершающем этапе будет подключено к этому анализу и контрольное управление президента Российской Федерации для того, чтобы определить качество работы министерств, ведомств, территориальных органов и органов власти субъектов Российской Федерации при осуществлении этого крупнейшего мероприятия, этих учений. На связь с дальневосточным штабом учений президент, кстати, выходил с корабля, пришвартованного в пункте базирования Черноморского флота. Эту базу обещают достроить через 2 года. Владимир Кобяков, Александр Болотников, Максим Журавлев. НТВ. Новороссийск.